ремонте смесителей, кранов и трубопровода. Начнем, значит, сначала, значит, с вентилей. Значит, вот здесь имеется ряд вентилей. Значит, полдюймовый, трехчетвертой, дюймовый вентиль. Он устроен следующим образом. Он состоит из корпуса и головной части. Вот одна голова, другая голова, вот еще одна голова. Значит, сам корпус сделан таким образом, то что вода подается снизу на клапан и выходит из воды, из него. Здесь указывается направление движения воды. Если кто менять будет вентиль, обязательно смотрите направление движения воды. По-другому поставите, работать не будет. Значит, каким образом устроена голова? Про корпус понятно. Значит, голова. Вот она в разрезе идет. Здесь видите резьбовое соединение. Значит, состоит, значит, из корпуса вот головы. Значит, клапан, шток, прижиманная шайба, гайка. Ну, и вот барашек. Значит, какие неисправности могут быть в вентиле? Значит, первое. Значит, в вентиле, значит, течь воды с резьбовых соединений. Значит, таким образом устраняется. Подмотка, откручивается гайка, подмотка и устраняется данная течь. Значит, может быть течь из подсальника. Вот отдельная голова. Сейчас мы ее раскрутим, посмотрим. Здесь вот гайка, маховик, прижимная гайка. Уже голову до этого я раскручивал, она легко руками раскручивается. Поджимная шайба. Немножко туговато, просто закрутили. Так, вот она. Подъемная шайба. Сам шток. И здесь вот сальниковая набивка. Если отсюда течет, что мы делаем? Берем любую смазку. Вот любую жировую смазку. Значит. Вот можно любую смазку взять. Можно силиконовую смазку взять. Силиконовая смазка может быть жидкая. Силиконовая. Кубиков. И та, и другая хороша. Значит, смазываем. После этого берем сальниковую нить. Она, значит, распутывается из набивочной сальниковой жгута. Подматывается на шток. Одевается прижимная шайба и закручивается гайка. Все закрутили. Это очень просто. Если у нас неисправен сам клапан, он неисправность может быть порыв клапана. Вот порыв клапана. Или износ клапана. Значит, что необходимо? Берется резина. Значит, из резины делается прокладочка. Прокладочка или покупается, или, значит, делается. Каким образом она делается? Значит, вот резина, берется просечка. Вот просечка. Раз. Значит, вставляем. Дерево. Вот устанавливаем дощечку. Дощечку. Нажимаем его в кисочки. Установили. Берем резину. Тут примерно смотрим, какой нам маржет сделать. Вот. И просечки. Делаем отверстие. Отверстие сделали. Ровненькое. Хорошо получилось. Вот рекомендую, значит, просечки. Здесь вот двух видов просечки. Вот одного вида коробочки. Эти просечки у меня уже вера и правда служат лет 8. Хорошие просечки. Ну вот есть будут другие просечки. Можно использовать как те, как другие. После этого нам необходимо вырезать резинку. Вот у нас
есть порванная резинка. Можем наложить ее на это отверстие и обсидить крылышком. Будет видно, где вырезать. Вот один метод. Можно просто держать и удерживать ее пальцем. Держать ее пальцем и обрезать. Вот обрезаем. Аккуратненько держим. Обрезаем. Обрезаем. Вот таким образом. Таким образом. Вот все, в принципе, он готов, немножко вот здесь неровно получилось. Вот так вот. Кто хочет идеально сделать, после этого можно еще напильничком взять и подровнять. Подровнять, тогда оно будет более ровно. Более ровно. Но в данном случае идеально ровно не нужно. Она так будет перекрываться, будет все хорошо. Значит, напоминаю, для чего мы делали данную манжетку. Это в случае, если, значит, от времени или по другим причинам, значит, старая манжетка порвалась, вот видите, вот порвалась. Значит, будет течь. Значит, или износ, вот как вот на этой манжете. Вот мы видим здесь. Выбоина такая в резине, держать воду не будет. Или вот такого вида износ. Вот тоже манжета, тут прямо впадина такая. Вот манжета надо менять. Ну здесь вот, как на данной вот голове, манжета может гаечкой крепиться. Так, здесь она может просто вставляться. Вот эта манжета берется, вытаскивается, она либо вставляется. Так вставили. И закрепили. Вот видите, очень хорошо. Каким образом собирается голова? Вот, значит, берется, значит, основание. Ну вот, в частности, ну вот здесь видим тоже винтель. Он состоит из двух частей. Порвался. Оставили зимой неслитую магистраль. Соответственно, она порвалась. Значит, этот винтель необходимо менять. Значит, если, допустим, мы сняли, и на голове, допустим, плохая уплотнительная резинка, или она отсутствует, что для этой цели используется? Можно использовать фум-ленту, можно использовать лен. Вот, в частности, значит, покажем, как пользоваться льном. Взяли лен. Много не надо. Вот это достаточно. Но если мы на сухую закрутим, он держать будет, но лучше его смочить. Вот смочили водичкой, расправили. И после этого, значит, закручиваем таким образом, чтобы когда закручивали его непосредственно в корпус, он вытягивался. После этого клапан поднимаем вверх, чтобы он и закручивается. Вот, все будет хорошо, течь не будет. Для того, чтобы закрутить, можно использовать следующие ключи. Покажем ключи. Вот ключи, значит, разводные ключи, их достаточно много видов по размерам, первого, второго, побольше, рычажные ключи, вот первый номер, вот второй номер, вот это тоже второй номер другого вида, пятого номера, вот раздвижной ключ, тоже хороший ключ, большой, значит,
особенность такая при работе с трубами, с кранами, с вентилями заключается в следующем. Скорее всего, сложнее открутить, чем закрутить. Особое внимание обращаю на то, что если мы, допустим, берем и пытаемся, значит, открутить. Вот, допустим, взяли, значит, надо необходимо голову скрутить с вентиля. Ну, вот, это, вот с этого вентиля открутить голову. Берем, значит, ключ. Берем ключ. Вот, взяли, берем ключ. Начинаем пробовать. Если он, допустим, ну, здесь откручено, если, допустим, он сразу не идет, очень сложно. Значит, возможно сделать следующее. Значит, можно взять ВД-шку, вот ВД-40, побрызгать со всех сторон. Побрызгали, после этого подождать. Минут 5-10 сделать паузу. Подождали. Попытаемся. Вот попытка неудачная. Значит, после этого можно что сделать? Простучать его со всех сторон. Простучали, значит всякая ржавчина, грязь, все отошла. После этого что делаем мы? Начинаем откручивать. Вот после этого он откручивается. Вот это данный очень просто, это все было откручено. Ну вот если обратите внимание, если вот он долго стоял, значит, необслуживанный. Видите, вот здесь ржавчина, грязь, и здесь тоже грязь. Вот это все надо промыть, прочистить, обслужить, смазать. Смазку рекомендую следующую. Значит, все штоки можно использовать любую смазку. Значит, вот жировая смазка. Можно использовать силиконовую. Силиконовая очень хорошая смазка. Она заключается, в чем ее хороша? Хорошо. Потому что ей можно смазывать резиновые изделия. То есть все вот эти клапана, все можно смазывать. Вот ей можно. Она может быть использована вот типа аэрозоли. Такая силиконовая смазка. Имеется вот в тюбиках тоже. Все продается, все доступно, очень хорошо. Значит, переходим, значит, к следующему, значит, смесителю, крану. Значит, вот у нас имеются также, значит, шаровые краны. Вот он, вот, значит, вот один, такой, значит, такого вида. Ну, вот, все это шаровые краны. Значит, он устроен следующим образом. Переходим, значит, к шаровым кранам. Вот шаровой кран. Значит, он состоит из корпуса, штока внутри, далее я вам покажу и ручки. Значит, если внимательно посмотреть, то сам корпус, он состоит из двух частей. Вот одна часть и вот здесь винтовая часть, которая закручивается на гайке. Для чего это делается? Это делается для следующего. Вот. Берем, значит, шаровый кран. Вот, значит, откручиваем сначала здесь вот гаечка или болтик, может быть. Вот снимаем ручку. Вот ручку сняли. После этого, как я и говорил, начнут состоит из двух частей. Винтовую часть откручиваем. Откручиваем винтовую часть. Но в данном случае я откручиваю руками, а вообще ее очень сложно даже ключом открутить. Откручивается. И здесь вот шарик. Сам шарик, вот видите шарик. Вот он шарик, да? Нужно ставить, чтобы он был в положении закрыто. Закрыто, то есть мы видим, что здесь отверстия нет. Вот в положении закрыто. После этого шарик что? Вытаскиваем. Вот видите, раз, вот оп, вот он выпал. Значит, шарик выпил. Мы видим, вот видите, прорезь. Вот прорезь на шарике. Ну, соответственно, шарик не обслужен, видите, грязный, ржавый. Держать воду будет очень плохо. И вот еще, значит, внутри здесь есть шток. Шток вытаскивается следующим образом. Нажимаем его, видите, нажали и вытащили. Вот сам шток и вот две резиночки. Так, ремонт данного крана заключается в следующем. Возможно, заменить вот эти резиночки. Заменить вот резиночки, вот одна, вот вторая, две вот резиночки. В ремкомплекте идут такие резинки. Обслужить, то есть почистить, смазать сам шток. И после этого, значит, собираем в обратном порядке. Вставили, делаем прорезь, чтобы она проходила шарик сюда. Шарик после того, когда обслужили, тоже сюда вставляем. Выравниваем, чтобы он ровненько был. Вот, выровняли. И
закручиваем гайку. Вот она, вторая часть она. Закрутили, поставили, значит, ручку на место, закрутили. Значит, особенность шаровых кранов заключается в следующем. То, что в данном случае шар постоял очень долго, достаточно, допустим, 2 месяца, 3 месяца, все, он заржавел, его уже не откроешь, не откроешь. Соответственно, нужно в неделю один раз открыл, закрыл, особенно в квартирах, на горячую, на холодную воду перекрываются краны. Надо почаще открывать и закрывать. Это будет обслуживание данного крана. Переходим, значит, к следующему крану. Вот пробковый кран. Пробковый кран. Принцип его работы, значит, типа шарового. Только разница в чем заключается? То, что здесь пробка. Вот пробка, видите? Отверстие, соответственно, что шаровой, что пробковый кран, значимости не имеет, в каком направлении идет вода. Соответственно, его смотреть не надо. Берете и ставите. Обслуживание его заключается в чем? Значит, открутили гайку, вытащили пробку, смазывали, установили. Течь данный кран может быть только из-под гайки. Вот здесь уплотнительные резинки есть, прокладки. Поменяли прокладку. И будет все, значит, хорошо. Направление движения. Направление движения. Если в шаровых кранах направление движения указывает ручка, вот это положение открыто, видите, открыто. Закрыли. Вот. Положение закрыто. Ручка перекрыла. То направление в пробковых кранах указывается риской. Вот риска наверху открыта. Соответственно, риска стоит поперек. Значит, закрыто. Значит, все понятно. Вот, значит, пробковый кран, значит, такого вида есть, вот побольше. Значит, вот, значит, пробковый кран с ручкой уже непосредственно есть. Вот, значит, пробковый кран другого типа. Ну, то же самое, здесь заключается вот пробка, значит, пружинка. Пружинка закрывается, все понятно. Значит, переходим к смесителям. Переходим к смесителям. Значит, смесители у нас имеются разных видов. Вот, значит, данный смеситель крепится к стенке за счет гаек. Вот, значит, одна гаечка ставится, соответственно, значит, и вторая гаечка ставится. Вот такого вида. Почему я остановился именно на этих гайках? Нужно знать следующее. То, что смесители бывают, вот, как вот этот смеситель, да, он непосредственно, значит, гайка к смесителю прикручивается. Но есть смесители, что от смесителя идет гайка на эксцентрик. Если, допустим, будете менять, вот этот момент должны знать. Потому что, если, допустим, возьмете, то придется, допустим, эксцентрики менять. Или, допустим, уже сразу непосредственно возьмете, меняете смеситель. Будет там вам проще и легче. Значит, какие здесь могут быть неисправности? Ну, здесь может быть неисправно, как правило, значит, не работает крамбуксер. Или, значит, течь из-под прокладки гайки. Если прокладка неисправна, мы останавливались, как делать прокладочку. Прокладочку вырезали, поставили, закрутили. Значит, все будет хорошо. Единственное, что затягивать слишком не надо. Лучше маленько потом подтянуть, чем сразу перетянете. Прокладка может быть порваться. Значит, остановимся 2 минуты на кранбуксе. Значит, каким образом она разбирается? Вот здесь пробочка есть, вот пробочку мы сняли. Пробочку сняли. После этого винт. Вот винт надо выкрутить. Для этой цели можно взять отвертку. Ну, вот, вот, выкручивается винт. Отвертка, два положения здесь. Вот, выкручивается винт. Винт выкрутили, снимается ручка, сняли, ручку сняли, откручиваем крамбуксу. Так, ну можно любым ключом, поменьше бы хотелось, ну ладно, а вот поменьше. Откручиваем крамбуксу, откручиваем. В данном случае, значит, все откручивается очень просто. Особое внимание обращаю, что вот на крамбуксе, если долго она не снимается,
И, значит, если вы берете, значит, или разводной ключ, или рожковый ключ, начинаете откручивать, она не откручивается, то есть целесообразно использовать головки, потому что она зацепляется за все грани, тогда ее не сорвете. Сорвете грань, после этого, значит, кранбуксу не открутите. Вот открутили, значит, откручивается кранбукса. Значит, течь кранбукса может быть в результате чего? Значит, неисправлена манжета. Значит, что делать? Ремонт. Заменить манжеты. Может быть, что? Течь из-под уплотнительной прокладки, резинки, значит, кранбуксы. Каким образом? Можно подмотать лен, поставить, подмотать фумленту, поставить. Значит, больше здесь, в принципе, нет неисправности. Ну, значит, еще также может быть неисправно, значит, течь. Вот здесь вот шток, из-под штока может быть течь. Значит, что для этого необходимо? Для этого снимается вот эта шпонка. Вот она легко снимается руками. Сняли шпонку, да? Вот она шпонка, канавочка здесь маленькая. Сняли, вот выталкиваем, разбираем кранбуксу. Вот разобрали кранбуксу, мы видим, вот здесь вот две уплотнительные резинки. Каким образом можно ремонтировать? Опять же, останавливаюсь на ремкомплекте, покупается новый ремкомплект, устанавливается эта резинка. Значит, что? И собирается назад кранбукса. Или же, если уж нету ничего, то можно заменить кранбуксу. Приобретайте кранбуксу, надо смотреть следующее. Значит, шаг резьбы, то есть бывает крупная резьба, бывает мелкая резьба. То есть желательно, если идете покупать, старую кранбуксу взять в руки и с этой кранбуксой идти в магазин. Вот, пожалуй, здесь все. Здесь сложностей нету. Вот смеситель и елочка. Сметите елочка. То же самое. Здесь вот здесь подводные шланги идут. Вот, значит, один, второй шланг подводной. Бывает из-под них, из-под резиночки течет. Нужно что? Соответственно, уплотнительную резиночку поменять. Шланг прохудился, шланг променять. Ну вот сейчас разберемся, значит, снимем одну кранбуксу, посмотрим другой вид кранбукса. Вот то же самое откручиваем. Что-то долго, да? Вот открутили. Вот кранбуксы. Кранбуксы я уже до этого откручивал. Вот. И здесь вот кранбуксы полуоборотные. Вот, то есть их не надо затягивать ни на резьбе, они вот полуобороты туда, полуобороты сюда. Значит, если эта кранбукса потекла, то рекомендую просто взять ее и заменить. Потому что ремонт трудно поддается и практически результата не бывает. Значит, вот все понятно. Вот, значит, смеситель катышного типа. Тоже, значит, два шланга подводящие. Значит, здесь ручка стоит. Ручка стоит. И здесь вот на ручке, как правило, здесь. Вот маленькая заглушечка. Вот она, маленькая заглушечка. Вот она стоит вот здесь. Как его разобрать? Снимаем вот эту заглушку. Здесь винт. Здесь винтик под шлицевую отвертку. Может быть под шестигранник или под шлицевую отвертку. После этого, значит, через это отверстие выкручиваем винтик, снимаем ручку. Ручку сняли. Здесь пластиковая заглушка стоит. Пластиковую заглушку откручиваем. Она или руками откручивается, если свежая. Можно газовым ключом открутить. Значит, видим здесь прижимная гайка. Прижимную гайку откручиваем. Вот открутили прижимную гайку. Значит, катриш. Сам катриш, как правило, значит, не ремонтируется. Если, допустим, он вышел из строя, его нужно просто заменить. Вот здесь уплотнительные резинки идут. Уплотнительные резинки. Бывает, что, значит, он, значит, течет из-под уплотнительных резинок. Что необходимо? Просто, значит, взять вот эту прижимную гайку, подтянуть. Значит, и тогда течь прекращается. То есть идет или замена катриша, или вот посмотреть, откуда что течет. Но бывает, проблема не в том, что течет кран или винтик, а бывает проблема, что он не течет. То есть вы открываете, воды нет. Если вы убедились, то, что действительно вода в водопроводных трубах имеется, значит, может быть причина в чем заключаться? В самом непосредственно, значит, смесителе. Первым делом, что мы делаем? Берем смеситель, и вот здесь гусак, и здесь в конце мы видим, что сеточка.
Значит, что делается? Откручивается. Ну, в данном случае, как говорится, все руками откручивается. А реально бывает, что и газовым ключом не откручиваешь. Вот эту сеточку вытаскиваешь, вот используется, вот видите, плотные резиночки. Вот, опа, упала. Вот это, значит, вот это все нужно обслужить, почистить, промыть и все собрать. Если вы, допустим, после того, когда вы сняли вот эту вещь, сняли и включите, и вода пошла, значит, причина здесь. Значит, следующий момент. Если, допустим, вы включили, сеточку сняли, она чистая, значит, она, значит, что? Воды нету, а в трубах есть вода. Есть у нас такое понятие косой фильтр. Вот косой фильтр. Косой фильтр, вот здесь пробка, направление движения воды. Вот оно указано. Что делается? Откручивается данная пробка газовым ключом или разводным ключом. Вытаскивается сеточка. Сеточку обслужили, промыли, посмотрели. Но перед тем, как вот обслуживать любой вентиль, любой кран, любой косой, значит, кран, для того, чтобы начать что-то делать, не забудьте, я уже и говорил, повторюсь, не забудьте отключить воду. То есть первоначально отключили воду, сняли, прочистили, установили, закрутили, после этого включаете воду. Посмотрите, и будет у вас всегда вода, и не будет у вас никогда течь. Да все, до свидания, до новых встреч. Но во второй части я вам расскажу, как правильно ремонтировать трубы, бочки, емкости. Все, до свидания. И в заключение хочу сказать вам следующее. Если вы все же решили заменить, значит, шаровый кран, вентиль и так далее, значит, не забывайте следующий момент. Вот, допустим, лучше всего идете в магазин, возьмите снятый шаровый кран. Почему? Потому что начинаете, если в жесткой трубе он сделан, в трубопроводе, в жестком, значит, расстояния вот эти могут быть разные. Поставите, или будет удлинить, или сделать покороче. Соответственно, взяли, или замерили его, расстояние его, замерили диаметр какой трубы, и смело идете по